Всем привет! Сейчас мы с мамой будем готовить зразы. Для этого мы почистили, отварили 5 карташин. Варим, нужно сделать из нее пюре. И куриное филе. Оно уже у нас закипело, пенку сняли, посолили. Ну, ждем. Теперь пока картошка у нас закипит. И будем снимать пенку и солить. Так, пришло время зраз. Да, картошка. Картошка сварилась, немного остыла, теперь ее нужно подавить. Ничего сюда не добавляя. Холодную. Ну, охлажденную, да, уже, не горячую. То есть пюре мы давим горячую, а тут именно нужно холодную давить. Это тоже, кстати, относится к секретному ингредиенту. Потому что вы теплую, когда подавите, она будет потом липкая. То можно было не варить. Взбиваем в одно яйцо и перемешиваем. Картошка бывает разных сортов. Это еще не факт, что из этой картошки что-то получится. Потому что бывает картошка, он сварил ее, подавил, а она как клейстер. У нас сейчас картошка немного дальше. Все, пошли заниматься фаршем. Да, идем заниматься теперь фаршем. Остыло филе. Будем крутить мы это все на мясорубке. Конечно же, сделаем. Итак, вот такие вот получаются бомбочки. Сейчас буду поменьше. Мокрой рукой берем лепешечку. Раздавливаем картошку и ложим туда фарш. И как пирожочки их сворачиваем. Склеиваем, короче. Формируем бомбочку. Да. Это у нас зразы, жареные на сковороде. И есть еще зразы, жареные во фритюре. Но это у нас в следующий раз. Фритюр мы уже заказали. Ждите новое видео с фритюрницей. А еще у нас есть такая штука. Но это секрет. Для фритюра я имела в виду. Смотрите наше видео, не пропустите. И также самую следующую делаем, сколько вам. Нужно зараз. Как раз вот это сниматься будет надо зимой. Разогрели сковородку. А теперь в разогретую сковородку берем зразу. Обмакиваем вот так в муку ее, как котлетку. Это котлетки, да, такие прям? Да. Но я буду жарить в форме, не во фритюре в этот раз. Для фритюра уже там есть другая форма. Форма другая, и технология немножечко другая. Мы вам покажем это обязательно попозже. Решили сегодня сделать так. Да, обычные картофельные зразы не сковородки.
Кларчат. Я уже захотела котлетку. Так, и так мы все сейчас повыкладываем. О! Знай наши. Красивенько как. Прям как пирожки реально с виду. Да? Ну, так они с виду как пирожки и есть. Такие картофельные. Класс. Со сметаночкой. Ух! Да, будет очень вкусно. Итак, вот они наши румянчики. Снимаем их на масло. Ой, на шлафетку, чтобы масло сошли. Не были сильно жирными. Можно сильнее зажарить, чтобы... Опять-таки, кто как любит этот незажаренный. Вот это все можно. Пусть еще поджарят эти три. Итак, вот мы их сняли. Вот сколько у нас получилось. Очень красивые. Пахнут невероятно. Мама старалась. Да, мама? Угу. Вот, ну а теперь будем подавать к столу, сервировать и со сметанкой кушать. Приятного аппетита, ставим лайки. Повторюсь, маме, а не мне, Лене. И пишем комментарий, как готовите вы. Друзья, привет! Посмотрите, какой у меня домашний ужин. Кристина с мамой приготовили. Я прям уверен, что это очень вкусно. Так что можете мне немножко позавидовать. Только белой завистью. Так, начнем с Gordon Blue. Правильно он называется? Я так сказал? Хороший щал. Разрезаем. Здесь у нас должен быть сыр. Я помню еще. А вот и сырок. Сыр, что там еще? Ветчина? Да. Смотрите. И вот сыр. Его нельзя выдавливать. Чик. Можно. Нельзя. Так. Невероятно вкусное блюдо. Обязательно приготовьте. Попробуйте. У нас на каналчике есть рецепт. Можете посмотреть. И переступим к зразам. Я вообще очень люблю зразы. И я. Зразы у нас... О, тут сюрприз. С курицей. Покажи. Да? Вот. Курица яба. Вот, смотрите, как я делаю. Раз, сюда. Положили немного сметаны. Блин, отпадает кусок. Не получилось это красиво. Это пюре. Блин. Хотел как лучше и красиво, а получилось как всегда, друзья. Это пик наслаждения. Запашок какой. Добавим сюда помидорчика. У них там идет борьба, Ваня сыр ворует. Зразы вообще нереально вкусные. Борьба. В общем, друзья, обязательно попробуйте. Зразы можно, в принципе, и без курицы делать, правильно? Да ну как-то, они должны быть с чем-то. Обязательно? Ну, конечно.
Я помню, когда-то у меня друг есть кулинар, повар, именно профессия повара у него. Так он делал такие шарики, круглые шарики, как зразы. Ну и тоже их кляр во все. И они вот так вот прям ложит, ну, прям вот так вот много-много-много шариков было. Вы берете, это картофельный шарик, раз его в кетчуп там или в какой-то соус, и оп, не, ну можно, но это просто картофельные шарики, а зразы они и да, с грибами могут быть, или с курицей. Вот, так что, друзья, готовьте, готовьте с удовольствием, ужинайте дома. Лучше домашней еды ничего в мире нет. И не забудьте подписаться на наш канал. И помните, чтобы быть здоровыми, нужно поменьше есть. Есть. Баба, до новых встреч. А почему ты не говоришь?